В Белгороде-Днестровском прошел 28-й городской смотр-конкурс юных инспекторов движения. Он уже давно стал традиционным. Отдел образования и местное отделение госавтоинспекции проводят этот конкурс каждой весной. За эти годы юидовское течение объединило сотни мальчишек и девчонок и стало хорошей школой воспитания грамотных и законопослушных участников дорожного движения. Смотр-конкурс – это одна из форм проведения этой работы. Кроме смотра конкурса проводится ежеквартально, проводятся единые уроки буквально во всех классах по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Юные помощники ГАИ показывали свое мастерство по фигурному вождению велосипедов, решали билеты по правилам дорожного движения, участвовали в конкурсе «Юный регулировщик» и представляли стен газеты «Автогражданка». Цветные пилотки, специально сшитые несколькими командами костюмы, эмблемы, девизы и даже сдача рапорта строго оценивались членами жюри. По итогам всех этапов соревнований лучшей стала команда юных инспекторов движения школы номер 3. На областном смотре конкурсе ЮИД именно она будет представлять Белгород-Днестровский. Второе место заняли юидовцы из городского лицея. Третье – команда школы номер 1. Всех участников наградили почетными грамотами.